И какова цель этого похода? Не поверите, если скажу. Давайте. Хорошо. Вы просили. Просил. Я еду в церковь. В Нью-Джерси. Неужели? Бригаде третьего вагона. Готовьтесь разместить пассажиров. Итак, я должна не пустить пару ангелов в эту самую церковь. Они пытаются... Хотят вернуться на небеса. Их оттуда изгнали много лет назад. Если они вернутся, значит, Бог ошибся. А так как он непогрешим, то такой парадокс погубит все сущее. Вниманию пассажиров. Вагон-ресторан закрывается через 5 минут. Спасибо. Сейчас говорю все это и чувствую себя полной дурой. Интересно, ну как я остановлю ангела? Даже двух. Мне что, полагается разубедить их, что ли? Вот номер. А может, надо их убить? Точно. Убить. Брось. Даже если бы и так, что вряд ли. Убить. Как убить ангела, Барри? Наверное, примерно так же, как человека. Куда все подевались? Просыпаюсь. Апостол. Срань господня. Руфус. Это мой новый друг Барри. Ну к чему этот цирк, Барри? Тихо, тихо, Бартлби! Отпусти ее! Поговорим спокойно. Бартлби? Вот что вы мне готовили, Руфус. Гибель от руки марионетки из плоти. Убери свои грабли, сволочь безязычная! Брось, детка! 5 минут назад ты меня выжделела. Локи! Вот черт, апостол! Пит, я не кончил в тебе. Откуда ты взялся? Она сказала, что должна не пустить 2 ангелов в церковь. Думаешь, это про нас? Нет, 2 других ангелов. Да, расклад однозначный. Что скажешь, Руфус? Решили нас устранить? А вы думали о последствиях возвращения? Последствия, шмаследствия. Мы вернемся домой. Чья бы гордость при этом не пострадала? Речь не о гордости, тупица! Локи, убей ее! Обкурился? Действуй! Я не могу, она не грешница, сам знаешь. Ладно, я ее убью. Что за дела? Просыпаюсь, компании нет. Ломайте кайф, мужики. Заткни ему пасть. Стой, Вал! Выкидывай его! За дверь! Может, договоримся? Я могу сам зайти на следующей остановке. Чего тебе? Совсем озверел, придурок! Безбилетник.